Первоуральцы отправятся покорять Шишим. Для автолюбителей-экстремалов проведут кантри-кросс-гонку по бездорожью. Соревнования пройдут 30 октября в лесу в районе поселка Елани. Заезды, гонки, покорение Шишима состоятся впервые за 3 года. Таких любителей именно внедорожного спорта такое мероприятие, оно очень важно, чтобы поддерживать и себя в тонусе, поддерживать и автомобиль в тонусе, и меняться, обмениваться опытом, как говорится, на других посмотреть, себя показать. Соревнования для любителей езды на внедорожниках по болотам, рекам и грязи устраивают спортивно-технический клуб «Шишим» и активисты Совета молодежи Первоуральского новотрубного завода ТМК. Предприятие выделило средства на приобретение наград и подарков для участников. Гонка проводится в 4 категориях – стандарт, туризм, экстрим для внедорожников, отличающихся комплектацией и доработками машин, а также квадроциклы. Участие в состязаниях примут более 20 экстремалов из Свердловской и Челябинской областей. Для гонщиков подготовлены 3 трассы, их длина от 3 до 20 километров. Для каждого класса автомобилей своя. Основная цель гонки – организовать для первоуральцев оригинальный досуг на свежем воздухе. Узнать подробную информацию о месте проведения соревнований зрители могут в социальных сетях.